Казахстанцы стали есть больше мяса. За первое полугодие каждый гражданин в среднем употребил около 40 килограммов мяса и мясопродуктов. На 3% больше, чем за такой же период прошлого года. Предпочтение казахстанцы отдают говядине. В мировом рейтинге казахстанцы оказались не главными мясоедами. Самые большие любители мяса живут в Тонго, где каждый употребляет в среднем 147 килограммов в год. Следом идут Монголия, Сент-Винсент и Гренадины, а также США. Меньше всего мяса в рационе у жителей Бурунди, Конго и Бангладеша. Самыми большими любителями мяса в Казахстане стали жители Мангистауской области. За ними следуют Жамбылская и Атырауская области. А вот меньше всего, как оказалось, мясо употребляют в Шымкенте и Туркестанской области. Вероятнее всего, на это влияет соотношение уровня зарплаты, цен на мясо и мясные продукты. Продавцы с ностальгией вспоминают времена, когда мясо покупали в больших объемах. Сейчас берут лишь несколько килограммов, а в последнее время мясо вновь поднялось в цене. Денег нету, наверное, не так, как раньше берут. Да? Раньше вот по 2700, 2600 продавали. Сейчас прямо на 200 тенге, по 2900, 3 потолок продают. Я не знаю, от чего, но нам дороже привозят. И на конина, и на барана, на все мясо, все подорожало. Покупатели подтверждают, есть мясо стало дорого, стараются готовить без него или едут в пригород, чтобы закупиться подешевле. Здесь выросло, я еду в Ленгер, там 2,5, здесь 2,800. Меньше, конечно, сейчас же подорожало, но сколько раз больше подорожало? Меньше кушаем. Цена тоже кусается, конечно. Несмотря на то, что цена только растет, производители это мало ощущают. Вы должны понимать, что фермер из этой суммы получил максимум вот 1500-1700 тенге. Ну, 300 тенге вот составила торговая наценка магазина, это 10%. А 1500 тенге ушли это посреднику тому, кто взял мясо у фермера и просто довез его до магазина. Получается, что фермер, который выращивает бычков полтора года, получает столько же, сколько и обычные перекупщики. Поэтому эксперты говорят, пора наладить сбыт продукции без посредников, ведь самые низкие цены всегда предлагает сам производитель. Анастасия Новикова, Дурнабдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».